Ну, наверное, вот что вижу, как переживаю. Вы знаете, что это не моя мысль. Это, по-моему, не то Флоренского, не то, мне кажется, Флоренского, да, что, ну, как бы он в идеале видел, как художник. Это не человек, который там поднимается к Богу, а который уже там побывал, да, и как бы опускается вниз. Значит, он должен быть... Он что-то там знает, где-то вот тут вот что-то отложилось, или тут, или в коленке, или не знаю где. Но он уже о земном, он с людьми, это спустившийся. Вот мне бы хотелось тоже быть такой, приблизиться к жизни –